Молодец. Вот так вот мы с ним и едим. Тише. Давай, давай, давай. Оп, молодец. Тише, тише. Надо, надо есть. Ты сегодня мало съел. Всего-то чуть-чуть. Две рыбинки съел, да мясо. Тише, тише, тише. Будешь кушать, колоть не буду. Что, промахнулся? Не надо. Все, что ли, наелся? Много не могу есть, да, спец? Тише. Ну надо. Тише. Вот, молодец. Вот умница. Давай. Вот так мы с ним и кушаем. Тише. Давай, надо. Алло? Значит, вы едете в Рапполо, уезжаете, буквально метров 100 проезжаете, будет первый поворот направо, а будет написано улица Центральная, то есть надпись будет видна. Буквально через 2 метра, будет более пологий поворот, там не будет написано ничего, тоже все направо. Вот, когда вы повернете, увидите надпись улица Овражная, вот по ней едете, по этой улице, метров 100 вдоль бетонного забора.